Всем привет! Покажу вам, что же сейчас происходит с 200-литровым аквариумом. Происходит вот что. Самое главное, я рассадил немножечко буцефаландры. Super Blue Type Round. Я поподстригал большие густы и рассадил вот маленькими группами. Пока так. Дальше буду смотреть, как это все расположить. Остались также вот пеньки. Вот он тут по центру. Ну, они тоже пустят какие-то ростки. И ради эксперимента вот остатки стволов я не выкидывал. Тоже их примотал. И посмотрим. Может быть, мелкий лист прорастет. Не может быть, а должен, в принципе, прорасти. Значит, по обслуживанию, как всегда, забываю подменивать воду, доливаю. Работают сейчас тут два фильтра. Китайская голова Atmans вот с вот такой огромной губкой. И вот тут акваэлевская голова турбофильтр 500. И с китайского фильтра контейнера. Кстати, вот надо уже чистить. Тянула эту губку. Вот. Ну и традиционно, конечно же, пленочка на воде. Вот. Удобрения тоже забываю периодически. Вот. Кстати, их нужно уже и подкупить, более свежие, потому что пропали. В общем, как-то так. Проблема ушла с обрастаниями. Ну, массовая проблема. Немножко поигрался с перекисью. Перекись реально вот спасает. Вот. Скоро тут появятся малинезии. Малинезии, которые у меня в двадцатке, переедут сюда, которые в офисе. А кто будет жить в двадцатке, расскажу в следующем видео. Вот. Кто спрашивал, кому интересно, вот 200. Вот буцефаландры. Сейчас подготавливаю лаву и буду немножко этот островок переформатировать. Будет время, сделаю, потом запишу вам видео. Пока что так. Всем спасибо за внимание. От вас жду комментарии, лайки и подписывайтесь, пожалуйста.